Ребят, Пашка пошел стираться. Такой злой. С утра. Встал маленько. Что, закончилась еще одна тренировка, да? Чувствуешь уже регресс? Ну, я завтра точно, кажется. Ну-ка, покажи животик. Да покажи уже, худоба, наверное. Ну, Стёв, ну уже нет никого. Конечно. Вчера в МакДаке хавали. Не вчера. Я уже вставлю это видео. Вот почему нету результата все еще. Ну, Стёв, ну покажи. Ну, сними. Ну, пожалуйста. Да не пытайся ты ничего втягивать, наоборот, чем хуже, тем потом будет видно больше результат. Ну так снимай. Сейчас снимай, никого не будет. Ну снимай, Не буду я снимать. Убери кофту. Не, вот кофту точно не буду. Там снизу у тебя, да, самый... Самый сок. Ну, можно, короче, не смеяться. Нет, смотри, уже что-то это... прослеживается. Ты не втягивай. Наоборот, вытяни. И сбоку встань, наоборот, как будто жируха. Специально я его надул. Еще такое лицо, как будто алкоголик. Только пиво и бухаешь. Мужчина, или зовут? Ну, я, Паш, не буду тебя снимать. Да, даже не надо. Давайте испугаем Пашку. Страшно. Что сегодня будем делать? На учебу пойдем. Ну иди ты на учебу, короче. И не жирная. Времени 5 часов вечера. Настя пришла с учебы. А Чичу говорит: пойдем жрать в МакДак. Я тебе не говорю. Ты еще вообще-то свистишь? Дома ничего нет, Паш. Ты что хочешь? Дома есть. Дома ничего нет. Я такой, ну так, блин, я хочу сейчас есть. И че, где хочешь есть? Я думаю, ну в МакДаке просто накидаюсь рядом. Ну ладно, пошли. А ты тут при чем? Да это я, а че я? Я тоже буду есть. Неправда. Вообще все было по-другому. Паша, я пришла домой и смотрю, мясо-то не размороженное. Говорю, Паша, ты же другое доставал, почему оно не размороженное? А он мне такой говорит: а потому что я поменял мясо, захотел другое. Вот и все. Я говорю, ну и что ты хочешь? Я хочу есть. И такой, знаешь, намеки твои, сам на МакДак у тебя, одни намеки на МакДак. И еще все это прям. У меня не намеки, я себе могу позволить сходить и поесть в МакДаке, потому что я... В ресторан сходить можешь себе позволить. Потому что я не жирный, понимаешь? А я чё? Ты хочешь сказать, что я жирная? Я не могу сказать, что ты жирная. Ты уже сказала это? Я больше с тобой не общаюсь. Сам ты жирная, понятно тебе? Я не жирная, блин. Понятно? Ты идешь в МакДак? Да, иду, пошли. Я пошутила. Пошутила. Я не буду там кушать. Зашли по пути посмотреть мне джойстик для фифы. Вот смотрим. Что тебе какой джойстик больше нравится? Мне вот этот нравится от Боша. Нет. Хотя не, у PlayStation 4, наверное, получше, да, джойстик? Вот такие вот пирожки. Настюха, я только что видел, как ты ворчала, что якобы, чего ты тут снимаешь? Я знаю, почему ты ворчала такие вещи. Потому что она пришла жрать бургеры. Бургеры она жрет, а? Она жрет бургеры. Она жрет бургеры. Нет, больше не я. Она жрет бургеры. Бургеры она жрет. Настюха, что ешь? Наверное, сельдерей там, как их называют, морковку, да? Нет, она жрет бургеры. Все, знаете, ребята, она вот такая вот. Еще мне потные подмышки. Да, в прошлом видео было классно это видео. Настя только что ворчала опять. Ворчала то, что это я ее сманиваю, тащу ее за собой, чтобы пожрать в каких-нибудь подобных местах. Опять во всем виноват я. И то, что она рукой берет, сама сжимает, подносит ко рту, открывает рот, кусает. Это я тоже виноват. Прости меня, Настя, пожалуйста. Ты меня прощаешь? Настя. Да? Что? Ты меня не простишь? Нет. Все, ладно. Прости меня все равно. Знай то, что я не специально тебя заставляю есть и пихаю тебя в рот. Бог простит. Бог простит? Ой, хорошо. Настя, не тупи, мы никуда не пойдем. Ей понравилась, короче, какая-то подвесочка, хересочка, там скинутая херетиком. Ты сегодня, Настя, заработала 1000 рублей. Так что иди, ты можешь себе позволить, покупай ее. Вот. Ребятам потом покажешь. Тебе что вот у тебя опять началось в колхозе детский сад? Вдруг я, тебе не понравится, сейчас я куплю. Так ты же себе покупаешь, а не мне. Мне вообще посрать, я даже не хочу. Потом Настя вообще бедными будет. Настя, иди покупай. А что ты как... Да все, не надо, не судьба. Настя. Не судьба. Да иди купи. Да Паш. Иди, ты вон... Реально вот тратить на всякую фигню деньги. Встань, встань. Да иди сходи купи, Настя, я тебе серьезно говорю. Если сильно понравилось, чему мудить-то? Ты сегодня косарь рублей заработала. Иди купи. Да никто тебя не осуждает, то, что ты сейчас истратишь 500 рублей. Я это вставлю, если ты не пойдешь и не купишь. Так я не хочу идти покупать. Почему? А лучше другое куплю. Что ты купишь? Что-нибудь. Другое. А что ты купишь-то? Косметику. Какую? Какую-нибудь одну штучку. Так иди сходи, купи косметику туда. Ну все, Паш, пошли на полку уже. Короче, вот в натуре пошли, все, достало уже. Реально достало. Еще раз пришли на эту самую набережную. Блин, чуть не упал, на которой вчера были. Фраерок блатной, 3 семерочки. Такое все желтое стало. Так, вы только посмотрите на него. Пошли, пошли. Вы, у вас один шанс увидеть Пашу Белову. Все, это последний раз, когда вы меня так видите. Вот, ребят, специально для вас. Да, нам не нужно постирать куртку, которая у меня единственная, в которой надо ехать на видео People. Вот. Поэтому сейчас надо, чтобы постирать, отнести к мамке куртку. А чтобы отнести, надо что-то одеть, вот пришлось вспомнить, что такое Паша в деловом. Классно, да? Сейчас еще каблуки одену. Сейчас будут спрашивать, что это такое, что это у вас за трусы? Ребята, это по фэншую. После уезда мы сходим к Джеку, а сейчас, наверное, мы с вами уже увидимся во влоге с видео People, где мы будем реально там... В Москве, в общем. Доколебываться до всех, да. И вот мы поснимаем Москву, Настя-то у меня деревня ведь. Да? Все, пока. Дай, дай, дай. Настя у меня деревня. Вот, посмотрит, что такое город, посмотрим на ее эмоции. Да, ребятки! Да. Там, может, какой-нибудь... Деревенская девка-то нихера. Нормальный хахаль найдется, может, что-то заберет. Да, Настюх? Кстати, еще хотел сказать. Вы все, наверное, знаете, что у нас есть друг такой Ежов, он тоже снимает на ютубичке, его каналчик свой Ежов ТВ. Вот, я Ежов тебе хочу, знаешь что, бросить вызов, чувак. Ты же это, хочешь развиться на канале, там много рекламы покупал, пытался. Сделай, знаешь что? А сделай ты челлендж. У тебя нету челленджа, не в блоге. Давай. У тебя есть девушка, так что вы можете сделать челлендж. Да, вы делаете со своей девушкой, вы же любите пригубить. Пригубить. Как и мы, да, Настюх? Поэтому я еще тебе загадываю топовый наш челлендж, лизни мое тело челлендж. Так вот, знаешь, на год уезжаешь, на один день поедешь, господи, готовиться к этому. Что это за движение? Вообще, давай, чувак, с тебя видео челлендж, мы оценим всем, посмотрим, что ты там сможешь сделать. Вот, так что это. А мы с вами уже увидимся совсем скоро. А у меня сапоги. Настя, как всегда, в сапогах. У тебя уже фирменная тема сапоги. Блин, когда я раб какой-то. Ну, блин. Так, Настя, ты растяни сначала эти узелочки цы. Да, хозяин. Ты можешь быстрее работать? Хозяин, быстрее говори. Вот чуть-чуть уже осталось, чуть-чуть. Настюха. Хозяин, у вас нога какая-то большая. Давай чуть-чуть осталось. Да там вообще маленько все выдергивай уже, Настя. Не муди. Выдергивай. Вот, чуть-чуть все, все уже выходит. Настя, это что за херня?